N человек получили листочки следующего содержания. Два листочка, на которых написано число 1, два листочка с двойками, два листочка с тройками и так далее, два листочка с числом N. Каждое число от 1 до N присутствует в двух экземплярах. Правило такое: если какому-то человеку попали два листочка с одним и тем же числом, то считается, что все закончилось, мы выиграли. Барабанная дробь, какая-нибудь еще замечательная музыка, все счастливы, все замечательно. А вот если числа разные, ну, например, число L меньше, чем число K, то правило такое, он передает это число следующему человеку. При этом все делают это одновременно. Все одновременно смотрят, какие у них два числа. Если равно, то кричат «Победа!», все радуются. Вообще все, не только этот человек, а все радуются. Если же нет, то передает маленькое число на почасовой стрелке. Это делают все. Вопрос. При каких N может так случиться, что они никогда не закричат «Победа»? Тут они так и будут передавать, и пройдет 10 лет, они все еще передают. А при каких N обязательно в какой-то момент у кого-то окажутся два равных числа? Давайте, может кто-то привести пример? Это очень несложно, на самом деле. Когда числа так розданы, что... Ну, заметьте, пожалуйста, здесь, как только раздали числа, дальше от людей на самом деле ничего не зависит. То есть уже дальше абсолютно жесткий алгоритм, или победа произойдет в какой-то момент, или это будет по какому-то правилу происходить. Так вот, повторяю, можно ли так раздать числа, чтобы эта штука длилась вечно? Да. Говорите уже кто-нибудь. Да. Сначала всем раздать почетному числу, у каждого вторая карточка по нечетному числу. И они все время будут менять нечетные числа. Не самое интересное, да. А чтобы это было вечно? Ну, под числом 2n вы имеете в виду, что вот то число, которое n в задаче, оно должно быть четным, да? То есть вы, ну давайте в качестве примера, скажем, n равно 6. Тогда у нас всего 6 человек. Можете вы сказать конкретно, что им раздать? Какие числа, с вашей точки зрения, надо раздать, чтобы процесс длился вечно?